Вонь вонючая, действительно, не могу, у меня какая-то... Квашеная капуста какая-то, фу. Мне два раза яйцо реально попалось, тухлое. И мне тоже. Привет! Вы на канале Вазико. Сегодня мы будем есть конфетки. Эти конфетки называются Бембуда. Они с разными вкусами. Есть сладкие, а есть вонючие. Есть да, с вонючими носки и собачьи кожи. Кто из нас начнет и какие конфеты попадется, нам поможет колесо фортуны. А если на колесе выпадет вот такое вот солнышко с разных сторон, то мы устроим пирог в лицо. Итак, я уже начинаю открывать. Бембузал. 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 Давай, высыпай все сюда. Все конфетки здесь по две штучки. То есть одна вкусная, а другая вообще не очень. Мы сейчас будем смотреть, кому какая достанется. Какая? Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Так, это у нас... Давай. Открывай, открывай, открывай. Открывай, давай, смотри. Так, давай я прочитаю. Так, это у нас зеленые, козявка или сочная груша? Ой, зелененькие. Зелененькие, да. Так, их тут сколько у нас? 4. Ну давай, ты выбираешь. Вот это. Так, а я это. Так, надо их раскусывать, да? Мне сочная груша. Мне тоже вроде ничем. Я не понимаю, что это. Вполне. Я не понимаю, что это. Не, козявки. Это не козявки, это точно? С зелеными мы ничего не поняли. Походу, козявки нам нравятся. У нас еще две зеленых здесь. По идее, должно быть все в паре быть. Но у нас получилось 4 зеленых. Попробуем сейчас еще по одной. Я вот это. Давай я это. Раз, два, три. Я даже глотать не хочу, что это? Боже, я не понимаю, что это. Давай следующий, теперь я кручу. Готовы? Интрига. Ребята, как вы думаете, что? Да, интересно. Так, это у нас, подожди. Подожди, подожди. Ну ты же... В тот раз не захотела читать. Дохлая рыба или клуб и бананы, клубничный и банановый смузи. Клубничный и банановый смузи. Ладно, интересно. Давай. Так, подожди, какая она? Чтобы не перепутать это. Да не это, подожди. А, вот это. Вот она, оранжевая. Да, пап, ты первый. Все. Ладно. У меня очень вкусные. Варит тоже, походу, очень вкусно. У меня прям реально клубнично. Аж язык прикусил. Как вкусно. Ну что, попробуем еще раз? Давай теперь ты еще раз вращай. Может, нам солнце попадется? Мы опробуем нашу новую игру. Пирог в лицо. Давай. Желтенькая. Давай ее отрубаем и читаем, что тут у нас. Или дохлая рыба какая-то вкусная, или... Так, попкорн или гнилое яйцо. Ну, пока что все это было какое-то больше пугающие надписи, нежели вкус. Давай найдем их. Желтое? Да. Давай, посмотрим. Вот желтые, смотри, они какие. Давай.
Давай по одной и по одной, да? Давай. Давай, а то вдруг, чтобы не смешно. Так, ну все, поехали. О, меня... Блин, ты реально... Вот сейчас прям... У тебя тоже, что ли? И тебе тоже попалось невкусно? Это было вообще... Дай воды! Дай. На, попей, я еще, ладно. Давай, знаешь что, попробуем. Вот эти наверняка вкусные будут, да? Давай. Давай, попробуем. Оно вообще невкусное, Варя. Так, подожди. Должен был быть либо и попкорн, и... Что? Мне два раза яйцо реально попалось тухлое. И мне тоже. Гнилое яйцо. Я тогда не понимаю, как то все вкусные, то все не... Давайте еще раз. О, да, интересно. Сейчас попадется еще какое-нибудь непонятное яйцо или носок. Мама, давай нам пирог в лицо. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сливки. Сливки. На руку. Ну что, голову? Поехали. Похоже, сливки были тяжелые очень. Но это не страшно было. Даже не долетело. Так, поехали. Беленькая. Беленькая, подожди, смотрим. Беленьких у нас раз, два, три, четыре, пять. Аж пять беленьких. Какая из них будет вкусная, какая нет. Ну, мы все съедим, что делать? Так, сейчас посмотрим. Ой. Кислое молоко или кокос? Я хочу кокос! Я тоже хочу кокос. Мне будет кокос. Ой, тебе это... Ну что? Не могу, у меня какая-то... Квашеная капуста какая-то, фу! Все, давай еще по одной. Рискнем. Действительно, похоже на кислое молоко. Фу, она опять была кислое молоко. Кокос был. Фу, бека. А, теперь Варе на очередь вращать барабан. Варь, давай. Интрига нарастает. Чтобы барабан не улетел. Не улетит. Сделано. Так, следующее прокручиваем. Это у нас фиолетовое. Фиолетовое? Так, собачья еда или шоколадный пудинг? Хо-хо-хо! Я хочу шоколадный пудинг! И я хочу шоколадный пудинг. Давай смотреть, это у нас что? Подожди. Это у нас коричневое. Учитывая последние ходы, тут либо все вкусное, либо все не очень. Ну ладно, попробуем. Я не понимаю, что за вкус. Но на самом деле непонятно. Если даже это собачий корм, он классный. Потому что на шоколадный пудинг вообще не похоже. Давай еще по одной. Ну,
Но оно какое-то неприятное. Пудинг! Я! Или ожидаешь уже чего-то неприятного? Не повезло тебе. У меня же мурашки по коже пошли. У меня шоколадный пудинг. Но если очень хотите есть, то это можно съесть спокойно. Я не понимаю, что это на самом деле, и не похоже на пудинг шоколадный, и на собачью еду тоже. Что-то какая-то ерунда. Барабан. Что это барабан? Что за вкус? Непонятно. Непонятно. Что-то с вкрапинками. Это вот этот тутти-фрутти, похоже. Тутти-фрутти. Давай. Так, давайте откроем. Давай посмотрим. Я хотя бы по этой надписи. Хотя бы по этой надписи будем понимать, что у нас здесь. Потому что я так по цвету не... Тутти-фрутти конфеты или вонючие носки. Ладно, давай попробовать. Подожди, стой, а сколько? Их тут очень много. Так, у нас тутти-фрутти либо вонючие носки. Шесть. Ну ладно. У меня... Определенно, тутти, фрутти, очень вкусно. Тут все понятно. У меня малиновая жвачка. А у меня тутти-фрутти. Опять тутти-фрутти. Ну все понятно, попались опять тутти-фрутти. Что такое? Как задумывалось? Что такое? Что кружится? Почему они тутти? Ходи, кружится. Давай, Варя, твой ход. Вот так хорошо. Да, то вместе со столом мы сейчас как взлетим с этим барабаном. Солнышко. Солнышко, пирог в лицо. Ну что, может на этот раз что-то у нас выстрелит? Давай, держи. Отлично! Отлично! Прощайте, ребята, эти конфетки достаются вам. Нет, мам! Так. Так, а что там? Давай хотя бы скажем, что тут у нас. Интересно. Так, грязная вода или чизкейк? Чизкейк это тортик такой, сделанный из сыра. Так, ну что, что у нас белое с крапинкой? Ну что, поехали. Это грязная вода. Вкусно он говорит? Вполне удобно. Как будто ржавчины просто... Краны налили меня. Ну зато понятно. Варе попался чизкейк, мне попалась вода. Здесь все понятно, да? Та-да-да-да. Маш! Эти конфеты сегодня ваши. Вот так вот. Эти отрываем. Так, вонь вонючая или поджаренный зефир? Мармершлоу! Стоп, а какие? А, вот. Давай, какие? Фу, ну как попадется? Тоже! Фа! Вонь вонючая, действительно. Сейчас посмотрим, что нам выпадет. Крутанули так, что закачаешься. Аж голова закружилась. Так, смотрим. Чик-пирик-пирик-пирик. Так, персик, либо рвота, блевашка. Так, какой? Подожди, да, здесь пич-пич-пич-пич-пич-пич. Вот она, оранжевая, вот она. Вот это и вот это. Рвота персик. Да.
Блин, вот начало вроде что-то многообещающее, но потом на тебе. Да что такое? Ай, все, на, попей водичку. Да, бяка-бука. Нет, такие конфеты нам не нужны. Фу. Ух, такие сегодня были вонючки и сладкие. Вонючки и вкусняшки. Ну что, закончилась наша дегустация этих непонятных конфет. Что ты, Варюша, как ты считаешь? Я устала, так что сплю. Бяк и бук было больше, но вот мне запомнились тутти-фрутти, они просто были вот такие бомбезные. По сравнению с этими, вот этими всеми, которые там носки, рвота. Тутти-фрутти были просто мега вкусные. Пока, пока, пока. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, ребята. Подписывайтесь на наш канал, мы постараемся сделать еще много чего интересного. Да, и даже лайкозли. Лайк. Пока-пока. Пока-пока.